Строительные работы бассейна по улице Октябрьской завершили. Начали поиск сотрудников. Тренеры, медработники, Комитет экономического развития мэрии Магадана утвердил штатное расписание нового учреждения. Чаши бассейна заполнили. Они находятся под гидравлическим испытанием. По словам специалистов, уже в марте учреждение сможет принимать посетителей. Однако благоустраивать еще продолжают. Закончено благоустройство, сразу говорю, будет продолжаться в летний период, потому что, если вы помните, мы должны были строить не только бассейн, а физкультурно-оздоровительный комплекс со вторым зданием. Но в связи с тем, что было принято решение строить ФОК президентский, некая такая площадка свободная, зрительно свободная, осталась, и она представляет как бы такую вот неухоженность. Поэтому мы сейчас перепроектируем дворовую территорию на Билибина 10, и эта площадка, она как бы логично войдет в общую концепцию дворовой территории. Проект бассейна типовой, однако в Магадане его реализуют одним из первых. Он будет состоять из трех основных этажей и одного цокольного. В здании установлены две чаши плавательных бассейнов. Одна для взрослых, вторая для детей и маломобильных групп населения. Заказчиком выступил департамент СОТЭК мэрии Магадана, подрядчиком – компания КБК «Соцстрой». Средства выделили из областного и городского бюджетов.